В департаменте внутренних дел Западно-Казахстанской области сообщили, что на место происшествия сразу же прибыла следственная оперативная группа. Школу оцепили сотрудники полиции. Представители правоохранительных органов проводили необходимые следственные действия и опрашивали свидетелей. Очевидцы сообщили, что школьники жаловались на жжение в глазах, головокружение и тошноту. К школе прибыло сразу несколько карет скорой помощи. Всем им был выставлен диагноз отравления неизвестным химическим веществом легкой степени. Все это время врачи наблюдали за их состоянием, и после того, как они убедились, что их жизни и здоровью ничего не угрожает, они были отпущены домой. Помимо этого, с места происшествия в городскую многопрофильную больницу был доставлен один преподаватель. Ей также был выставлен диагноз отравления неизвестным химическим веществом легкой степени. Помимо этого, она испытала огромный стресс, и поэтому в данный момент рассматривается вопрос о ее госпитализации. Предположительная причина произошедшего – детская шалость. Кто-то из учеников старших классов мог распылить газовый баллончик. В школе отметили, что другого источника газа в здании нет. Но кто из школьников неудачно пошутил, пока остается неизвестным. В данный момент в школе идут занятия. Все пострадавшие от отравления газом дети посещают уроки. Их здоровье в полном порядке. Поиском виновных занимаются сотрудники правоохранительных органов. Роман Копняев, Айбулат Джигипар, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42.